приходите на вино. И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим. Вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей. И перебросьте, перекиньте, выходь жертв через ручей. За посепли, за покосли, надо взяться поспешать. А про хлопов сами после локти будете кусать. Сами будете не рады утром ставши вот террас. Все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите хоть тоннель по дну реки. И без страха приходите на вино. И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. Я очень рада, и весь наш коллектив, весь театр «Современник», что сегодня этот праздник будет проходить в театре «Современник». Просто не было такого какого-то большого события, мероприятия, на котором бы не был Володя Высоцкий. Для спектакля, который шел на нашей сцене, назывался он «Свой остров» по пьесе эстонского драматурга, я захотела, чтобы там звучали песни Высоцкого. Когда спектакль уже был готов, мне сказал один из наших начальников тогда департамента культуры, что все что угодно, только не песни Высоцкого. И все-таки мы добились, что в первые 6 песен Высоцкого были залитованы, зацензурованы именно для спектакля «Свой остров», и они уже дальше пошли и на радио, и везде. Я, например, очень горжусь тем, что я являюсь лауреатом премии «Своя колея». Это одна из немногих наших премий, которыми я очень дорожу. Вдоль обрыв, понад пропастью, по самому, по краю, а я коней своих накаехаю, снегаю, погоняю, то ли воздуху мне мало, ветер пою, туман глотаю, чаю с гибельным восторгом пропадаю, а пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, а вы другую не слушайте, болезнь. Но что-то кони, а мне попались, а привередливые. И дожить не успел, а мне допить не успеть. Я коней гоновою, я куплета давою. Хоть немного еще постою на краю. Скинули я пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром.
путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, Кони, чуть помедленнее. Не указчики, а вам ходут и блин. Дожить, а не успел, мне запеть, а не успеть. Я скамейки лопаю, я балета лопаю, хоть мне тут много еще. Богу не бывает, опоздали. Да что ж там ангелы поют такими злыми, а голосами? Или это колокольники? Ты сошел с отрыданий? Или я кричу коням, чтобы не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не указчики, а вам кануты боли. Но что такое, мне попали привередливые. Когда жить, а не успел, так хотя бы вечер, дамы и господа. Добрый вечер. Сегодня 25 января, 77-й день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Мы отмечаем в театре «Современник». В театре, где играли друзья поэта, творили его единомышленники. В театре, со сцены которого зазвучали стихи и песни Высоцкого. Этот вечер подарит нам встречу с песнями популярными и менее известными. Возможно, для кого-то сегодня откроется другой Высоцкий. Как бы то ни было, в этот вечер Владимир Семенович с нами, в наших душах, в наших сердцах, живой, свой и очень современный. С днем рождения, Владимир Семенович! Гарик Сукачев Высоцким болеет давно. Здесь у нас, в «Современнике», к нему обращаются по имени-отчеству. Игорь Иванович, а для широкой публики он Гарик. Гарик Сукачев и оркестр «Кампанелла Каменной Звезды». Молодцу все шипы дотерли.
чесана. А не пожить, не выжить, ты не бой, не молча смейся. Залезла нынче не прося, сколь веревочка не вися, а все равно укоротя, все равно укоротя. А ночью трубы моторные плотники не мешкают, не успеть за утренней. А совьешься ты в педалю, ты лучше лето обогрейся. Я в алкасе не просплю, сколь веревочка не вися. А совьешься ты в педалю, а совьешься ты в педалю. В отличие от других песен Высоцкого, написанных для кино и там не прозвучавших, баллада об уходе в рай звучит сразу в двух картинах: «Бегство мистера Маккинли» и «Высоцкий, спасибо, что живой». Владимир Семенович говорил, что писал песню про них, а получилось о нас, о себе. На сцене Сергей Безруков. Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, в трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все печати контрабанды, не берем. Как херувим стерилен ты, а глаз второй не выше глаз, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. А как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим, мы как положено умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. А как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнука поставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак. Где повезен гансконский гриб, на всем готовеньком ты счастлив ли, дурак. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд на небеса, счастливый путь. А как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.
Сегодня, в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, на сцене театра «Современник» в 18-й раз проходит церемония вручения премии «Своя колея». Слово Никите Владимировичу Высоцкому. Премия Высоцкого учреждена Министерством культуры Российской Федерации, Департаментом культуры правительства Москвы и благотворительным фондом Владимира Высоцкого. Мы начинаем награждение лауреатов премии Высоцкого «Своя колея» за 2014 год. Мы представляем вам первого лауреата. Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет. Обычный водитель из Казани, пережив личную трагедию, смерть тяжелобольной дочери, нашел в себе силы помогать людям, столкнувшимся с той же бедой. Его стараниями в июле 2014 года в столице Татарстана открыт первый в России хоспис для детей. У каждого человека должна быть цель в жизни, которую он должен добиться. Добиться так, чтобы... На самом деле, реально принести что-то в этот мир. За доброту, подвижничество, за помощь тяжелобольным детям и их семьям. Лауреатом премии «Своя колея» за 2014 год становится председатель правления благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Вавилов Владимир Владимирович. Памятный золотой знак и диплом лауреата вручают член жюри премии Камбурова Елена Антоновна. Директор Департамента государственной поддержки искусства Тарасова Ирина Вячеславовна. Совесть, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство. Быть может, это одна из самых пронзительных строчек Булата Акуджавы. Я низко вам кланяюсь, я думаю, весь зал, за то, что вы с достоинством несете свою генеральскую службу в этом воинстве и делаете все возможное для того, чтобы в нашем королевстве это воинство не обмельчало. Спасибо. Когда узнал, что меня награждают премией Владимира Высоцкого, на чьих песнях прошла молодость, под семиструнную гитару, когда мы пели песни Высоцкого. Я просто был горд. Думал, да недостоин я такого вроде. Ну, что делаем такое? Простое дело, помогаем тяжелобольным детям. Но это стало целью нашей жизни, вот, образ жизни, с которой на самом деле нельзя ни свернуть, ни отойти. Это в хоспис – это не дом смерти, это дом, где продлевают жизнь. Мы делаем то дело, которое идет от души и во благо тяжело больных пациентов и детей. Спасибо огромное. Спасибо. Я несла свою беду по весеннему по льду, обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, но за острые края задержалась, но за острые края задержалась. Если я богат, как царь морской, крик не только мне лови блесну, мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выблесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Рыбники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Только кто ж сказал ему, господин?
уходи моему. Только выдали меня. Выдали? Проболтались. И от страсти сам не свой он отправился за мной. А за ним беда с молвой увязались. А за ним беда с молвой увязались. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, не позволишь жизнь скомкать. Он настиг меня, нагнал, обнял на руки. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любуюсь тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный, много лет для нее. Но сам как пес бы, так и рос в цепи. Был всего один. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Песня «Она была в Париже» посвящена не Марине Владе, как многие полагают, а актрисе Ларисе Лужиной, с которой Высоцкий снимался в картине «Вертикаль». Владимир Семенович шутил, что эта песня направлена против женской эмансипации. На сцене Дмитрий Харатьян. Наверное, я погиб. Глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб. Робею, а потом куда мне до нее. Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном, какие песни пел. Я ей про север дальний, я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел, а была синей-тральной, ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про счетчик, про того, кто раньше с нее был. Но что ей до меня? Она была в Париже, ей сам Марсель Марсо чего и так говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей от того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по поиску прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до меня? Она уже в Иране. Я понял, мне за ней, конечно, не успеть. А ведь она сегодня здесь, а завтра будет после. Да я попал в просак, да, я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они. Я лучше пережду, кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они. Я лучше пережду. Спасибо. Высоцкий часто бывал в Ленинграде. Еще мхатовцем за компанию с однокурсниками он ездил показываться в ленинградские театры. В городе на Неве снимался первый фильм с участием Высоцкого. Здесь написана первая его песня. Здесь он встретил будущую жену. А еще в Ленинграде были концерты, в том числе знаменитые «Квартирники». Из воспоминаний Кирилла Ласкари. Уходили под утро дружные, пьяные счастьем актерской молодости и очарованием города. «Люблю тебя, Петра, творение! Вот это да, стихотворение!» — выкрикнул Володя и расхохотался.
ради горни у пяти углов. Получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. Ради городе тише благодать. Где ж пана, где воры, их просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами, ну ладно. Городе, как везде такси, но не остановят кады, даже не проси. Если водку сильно пьешь, по пьянке не захочешь, отойдешь к стоянке. В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде наш Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. Гарик Сукачев не был знаком с Высоцким и даже на концерте его не был никогда. Однажды, правда, желая произвести впечатление на будущую жену, купил билеты у спекулянтов, но Высоцкий не приехал. Жена поступок оценила, а Игорь Иванович Высоцкого пел, поет и бог даст, петь будет. Гарик Сукачев и оркестр Компанелла «Каменной звезды». Что за дом парень погружен во мрак, на семи лихих продаванных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устал я, устал, а лошадок распряг. Эй, живой, кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях, и стервятник спустился и сузил руки. В дом заходишь, как все равно в кабаках народишка. Каждый третий враг сводят скулу. Гости брошены, образом в углу перекошены. И затеялся смутный чудной разговор. Кто-то песню вставлял и гармошку терзала припадочный малый придурок и вор. Кто хозяином здесь угостил бы вином, а в ответке, видать, ты был долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем. Трава пушает, как на щавели, с кислетушами обрыщавели, да еще вином много тешили. Край, где светло от лопат, покажите мне место, какое искал, где поют, а не стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить в пасамах привыкали мы, и с поклонами за ледом в шепоте, под иконами, да в черной копоти. А чертяк нам забросивши клуб, куда коды не зли, так летели глаза. И где люди живут, и как люди
живут, сколько кануло, сколько скинуло. Жизнь кидала меня, ребята, не накинула. Может, спел про вас, а не умелая, очень черная. Скатерть белая. Продолжаем церемонию награждения и представляем вам второго лауреата премии Высоцкого «Свояк Илья». Чтоб не было следов, повсюду подмели. Можно без преувеличения сказать, что становление бобслея в России во многом заслуга этого атлета. Когда он начал выступать, в стране даже не было трассы, соответствующей международным стандартам. Но 17 февраля 2014 года он в паре с разгоняющим Алексеем Воеводой завоевал первую золотую медаль российской сборной на Олимпиаде в Сочи, а затем и вторую в гонках четверок. Когда было открытие, очень много прогнозировали, кто несет олимпийское знамя, флаг, тот никогда не выиграет Олимпийские игры. Я думаю, что теперь не нужно бояться нести знамя, а нужно показывать свою работу. За верность избранному пути, за волю к победе, за развитие российского спорта. Лауреатом премии «Свояк Илья» за 2014 год становится двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Зубков Александр Юрьевич. Памятный золотой знак и диплом лауреата вручают члены жюри премии, заслуженный тренер Российской Федерации, создатель легендарной команды «КамАЗ-мастер» Якубов Семен Семенович и президент холдинга «Совершенно секретно» Боровик-Хильчевская Вероника Юрьевна. Вы всегда были в своей колее. Вы всегда продвигали спорт, и вы добились невероятных успехов. Искренне поздравляю вас и желаю вам в следующей Олимпиаде опять добиться успеха. Спасибо. В 2014 году наш российский бобслей руками и головой Александра Зубкова стал лучшим в мире. Чтобы такого добиться, нужно преодолеть огромное количество трудностей. Другим словом, простым словом, как подвиг, это назвать невозможно. Мы делали свое дело. Если сравнить бобслей и сегодняшнюю премию «Своя колея», там видно хорошо и отслеживается, что весь старт, который у нас начинается в спорте, есть общая колея. Но после этого каждый спортсмен выбирает свой путь, как достичь этих наград. Поэтому эта награда будет достойно занимать то же самое место, которое занимают олимпийские медали. Спасибо. Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для олей и беседа. Я падаю грудью, хватая за венец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. Остановья, остановья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть мотор. Как пропад шагнул из окопа. Свой покинул окон. Чтоб не было больше потопа. Сейчас глаза мои замкнутся. Я крепко обниму с землей. Мне успели, не успели, не успели оглянуться. Сыновья, сыновья уходят в бой. Кто сбьет меня, кто в атаку пойдет. Кто выйдет к советному мосту. А мне захотелось свой судя. Одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться. Я видел, что придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. Островья, островья уходят в бой. Я
еще не конец. Конец! Это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнутся. Я крепко обниму землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А соловья, а соловья уходят в бой. А соловья, а соловья уходят в бой. А соловья, а соловья уходят в бой. Сегодня в рамках проекта «Своя колея» мы впервые услышим песню Владимира Семеновича в исполнении Никиты Высоцкого. Несмотря на поразительное сходство с голосом отца, Никита Владимирович поет редко. Петь и играть нужно тогда, когда не можешь ни петь и ни играть. Так он считает. Сегодня, в день рождения отца, на сцене Никита Высоцкий. Жил я с матерью и батей на Арбате, сейчас бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы. И сосед, который справа, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Я просил сестричку Клаву рассказать, каким я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Новые песни и стихи Высоцкий имел обыкновение пробовать на друзьях. Мог позвонить по телефону и спеть только что рожденную песню. А еще право первых слушателей распространялось на рабочих сцены, вахтеров, монтировщиков, словом, на простых людей, оказавшихся в данный момент рядом. В 1965 году театр на Таганке впервые отправился на гастроли в Ленинград. ДК имени первой пятилетки был тогда самой гостеприимной театральной площадкой города. И именно там, в курилке на лестнице, состоялась премьера песни «Нейтральная полоса». Мы услышим ее в исполнении Владимира Шахрина. На границе с Турцией или Пакистаном полоса нейтральная, справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне верхние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то-то сё. Надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что ж до свадьбы без цветов, пьянка да и всё. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к нему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела балаш. Тоже милый говорит, но только по-турецки. Будет свадебка у нас, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята,
трое вызвались, и я с ними капитан. Но разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в эту ночь вдарить по цветам? По нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я на запах от цветов капитан мертвецкий, но их не капитан, тоже в доску пьян. Повалился он с цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнул: «Мать, рухнул капитан!» На нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройтись-то хотел по ничейной земле. Но почему же нельзя? Ведь она же ничья, ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Бомбардия, Киргуду! Это точно! Владимир Шахрин, группа «Чай»! Спасибо, родные! Спасибо, Владимир Семенович! На пресс-конференции по поводу выхода альбома «Мой Высоцкий» Гарик Сукачев сказал: «Есть люди, которые сегодня замечательно поют песни Владимира Семеновича. И то, что таких людей много, самое главное для меня. Потому что исполнение песен Высоцкого никакой не шоу-бизнес. На них не заработаешь миллионы. Это просто желание каждого конкретного человека спеть песню, которую он любит». Протопи ты мне баньку, хозяюшка. Распалю я тебе, раскалю. А на полуке у самого краешка а я сомнения своей стреблю. Разомлею яда неприличности, ковш холодный и все позади. И наколка время культа личности засинеет на белой груди. Протопи ты мне баньку по белому, и от белого свету отвык. Угорю я, и мне угорел. Наша жизнь беспросветную.
кругосветную глупость мою. Ранечка, брату порекнуть успел. Постави и меня, два красивых охранечка, повязали из Сибири. Мне мысли прогнал от ума. Из тумана холодного прошлого окунаюсь в горячий туман. Застучали мне мысли. Продолжаем церемонию награждения, и мы знакомим вас с третьим лауреатом премии Высоцкого «Свояк Илья». Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Уникальный случай, когда не фамилия, а имя становится визитной карточкой. Наверх. Доктор Лиза. Ее пациенты, как правило, те, от кого другие отказались. Бездомные, инвалиды, бывшие заключенные, но не только.
В прошедшем году она вывезла из Донецка 36 детей, нуждающихся в квалифицированной врачебной помощи. На левой руке имя. Давайте мы забираем. За верность врачебному долгу. За многолетний труд по оказанию помощи бездомным и бесправным людям. За спасение детей на востоке Украины. Лауреатом премии «Свояк Илья» за 2014 год становится директор международной общественной организации «Справедливая помощь» Глинка Елизавета Петровна. Памятный золотой знак и диплом лауреата вручают член жюри премии, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Антонова Ирина Александровна. И член жюри премии, детский доктор мира Рошаль Леонид Михайлович. Вы думаете, это очень просто по Вилецкому вокзалу приезжать? И туда приходят нищие, бездомные, и кормить их. Вы думаете, это очень просто организовать, а потом работать в хосписе? Некоторые боятся даже запаха этих учреждений. Какое надо иметь сердце, чтобы помочь детям, несчастным, раненым с Украины. Я счастлив, что лауреатом этой премии стала вот эта маленькая девушка, которую сегодня знают все. Поздравляю вас. Дорогая доктор Лиза, я была просто потрясена, какое количество людей, какое количество любви, сердца вы отдали этому делу. Сколько людей вам обязаны? Я кланяюсь вам низко, доктор Лиза. И вы удивительный пример для всех. Спасибо вам. Спасибо вам всем большое за помощь. Спасибо Никите, что узнал о том, что мы делаем. Мы не афишируем. Очень неожиданно и очень приятно для меня. Будьте здоровы. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из оружия целый взвод. Зачем мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип светил, незаменимый наш, еще тогда заметил и взял на карандаш. Он вывал от нас виды приволу, подколотый, подшитый материал. Никто поделать, а ничего не саму. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пыли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащит кем медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А ворач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. Всем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. И ты недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал срыву, и я туда глюкозу посылал. Поливать ему, кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я тоже рад был, но присев у поля, я был белугой и судьбе нукалял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
После школы, по настоянию родителей, Володя Высоцкий поступил в инженерно-строительную академию. Но проучился там всего один семестр. А потом забрал документы из академии и с первого раза поступил в школу-студию МХАТ. Здесь, в знаменитой кузнице дарований, и началась творческая биография Высоцкого. Здесь началась его дружба с будущими отцами современника. Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерником. Исполняет мой биологически активный отец Михаил Ефремов. Капаю, но вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это забирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришипились, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Меня не вовремя накинули аркан. Я засосал стакан и в Ватикан. Церковники хлебальники разинули, замешкался маленько в Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули, из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, нара фоминский я. Когда б ты знала, жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах и при коронили. Судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми да замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? Айатолла и даже Хомейни. Всю жизнь мою ворота бью рогами, как барана. Мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке или в Азии, в Европе ли? Тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Golden Mayor вы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Плывут у нас по Волге или по Кавели таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б сосал стакан и Ватикан. Я всю жизнь свою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Следите за больными и умершими. Уйдет вдова, она сиса Жакин. Вот я готов быть бил с миллиардершами. Так дайте же мне волю, мужики! С днем рождения, Владимир Семенович! По окончании школы-студии Высоцкий распределился в театр Пушкина. Интересных ролей не было, Высоцкий затосковал. Зато здесь, в театре, судьба подарила ему трогательную дружбу с Великой Раневской. Проходя мимо доски приказов в театре имени Пушкина, Фаина Георгиевна увидела 5 или 7 выговоров с последним предупреждением актеру Владимиру Высоцкому и воскликнула: «Боже мой, кто этот бедный мальчик?» «Фаина Георгиевна, это я».
Так они познакомились, и Раневская стала первой заступницей юного Володи в этом театре. Великая актриса разглядела в молодом Высоцком яркую, неординарную личность, эдакую белую ворону, а может быть, белого слона? Песня про белого слона. Жили-были в Индии с древней старины дикие, огромные, серые слоны. Слоны слонялись в джунглях без маршрута. Один из них был белый почему-то. Добрым глазом, тихим нравом отличался он, и умом, и мастью благородной. Средь своих собратьев серых белый слон был, конечно, белою вороной. И владыка Индии были времена, мне из уважения подарю слона. Зачем мне слон, спросил я иноверца, а он сказал, в слоне большое сердце. Слон мне делал реверанс, а я ему поклон. Речь моя была не злой и тихой, потому что этот самый белый слон был к тому же белою слонихой. Я прекрасно выглядел, сидя на слоне. Ездил я по Индии, сказочной стране, а где мы только вместе не скитались и в тесноте отлично уживались. Бывало, шли мы петь под чей-нибудь балкон, да, мы так и прыгали и спали. Надо вам сказать, что этот белый слон был необычайно музыкален. Песня «Татуировка» была написана в 1961 году. Безработный актер Высоцкий жил тогда в Ленинграде. Однажды в троллейбусе он увидел человека, на руке которого был наколот женский профиль и сакраментальная надпись «Люба, я никогда тебя не забуду». Песня родилась мгновенно. Изменилось лишь имя возлюбленной героя. Это была первая песня Высоцкого. Через несколько лет их уже было более сотни. Поют Александр Ф. Скляр и Гарик Сукачев. Давай, Саша. И не делили мы тебя, и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алеша выколол твой образ на груди. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алеша выколол твой образ на груди. И в тот час, когда прощались на вокзале, а я тебя до гроба помнить обещал, я сказал, я не забуду в жизни, Валя, а я тем более, мне Леша отвечал. Я сказал, я не забуду в жизни, Валя, а я тем более, мне Леша отвечал. И теперь пойми, кому из нас с ним хуже,
И кому-то родней попробуй разобери. У него твой профиль выколаться наружи, а у меня душа изколота снутри. У него твой профиль выколаться наружи, а у меня душа изколота снутри. И когда мне так уж тошно, хотя на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтобы Леша расстегнул рубаху и гляжу часами на тебя. Я прошу, чтобы Леша расстегнул рубаху и гляжу часами на тебя. Недавно мой товарищ, друг хороший, он обидел мою искусством поворот. Он скопировал тебя с груди у Лёши и на грудь мою твой профиль наколол. Он скопировал тебя с груди у Лёши и на грудь мою твой профиль наколол. А знаю я своих друзей, черных неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка, а много лучше и красивше, чем его. Что моя, вернее, твоя татуировка, а много лучше и красивше, чем его. А не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. А я нашел в душе твой светлый образ, Валя, а Леша выколол твой образ на груди. А я нашел в душе твой светлый образ, Валя, а Леша выколол твой образ на груди. Один зритель сказал Высоцкому: по возрасту вы не успели попасть на войну и теперь как будто довоевываете. На этой внутренней войне Владимир Семенович сражался всю жизнь, оставив потомкам практически документальные кадры нашей истории. Поет Евгения Смольянинова. Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час. Пусть холодные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и вы плачут по вам. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем тюрьмах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселилось в домах. Потеряли и свежесть, и прелесть, белизна не надетых рубах. Даже прежние песни приелись и навязали в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час.
ветры не бьют, а ласкают. Бледнеют и сохнут рябины. С каждым днем все сильнее болит и звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных. Утомленных, нецелых, любых, только бы не пустота похоронных, не предчувствия их. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть холодные ветры не бьют вас. Бледнеют и сохнут рябины. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом скорей, и вы плачут по вам. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Песня про речку Вачу – результат знакомства Высоцкого с Вадимом Тумановым, биография которого может послужить материалом для толстого приключенческого романа. У них было слишком много общего, чтобы не встретить друг друга. Поет Гарик Сукачев. Не чую, и качается земля. Третий месяц я мечую, да как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я мечую, без партийной не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Это жизнь, живи, грейся, хрен вам пули бедля. Не бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубни деньги, он бумага, экономить тяжкий грех. Эх, ты жизнь моя, теляшка, 47 прорех. А ну послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на бачу, торопись, пока сезон. Что такое это бача, разузнал я у меча. Он на бачу ехал плача, возвращался хохоча. В глубине сибирских руд Ваша это дом с постелью, там стараются артелью, и много от золота берут. Как вербованный и шачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на Вачу, прилечу, похохочу. А нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на Ваче. Труда дней подсчитали, отобрали за еду туда-сюда на 4000.
еще дали под расчет. Вот я тогда расставал я их в карманы, где рук не ночевал, и поехал в жаркие страны, где кофе и рестораны. Позабыть, как печевал, выпью там такая чача за советчика бича. Я на матчу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник в преддверии пьянки извертился на пупе, тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. А может, и вам она и коляча, но мне так в самый раз. Я на матчу ехал молча, возвращаюсь веселясь. Туда-сюда трали-вали, как узнала про рубли, слово по слову ували, сотни по столу шаныряли. Завали вместе и сошили, с нею вышла не задача, но я и это залечу. Я на бачу еду, плачу, над собою хохочу. Суток шесть, как просквозило, море в голову стоит. У меня что было, сплыло, проводник воротит рыло. И за водкой не бежит, рубь последний в Сочи трачу, телехраму накатал, шлите денег отпотрачу, я и все прохохотал. Где вы, где в рассыпный я, хоть рухайся, хоть кричи. Снова ваш я, дорогие, махатанские родные, несобвенные печи. Мимо носа носят чачу, мимо рота алычу. Я на бачу еду, плачу, над собою хохочу. Я на бачу еду, плачу, над собою хохочу. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Семеновича Высоцкого, проходит сегодня в театре «Современник». С «Современником» Высоцкий был связан очень крепко. Тогда еще студию «Современник» организовали старшие товарищи Володи по школе-студии МХАТ. Олег Ефремов, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Лилия Толмачева. Среди нашей современниковской молодежи очень много талантливых ребят. Они правда волнуются. Давайте их поддержим. Тебе же сосуда, я не фронта инвалид, я любовью трёпнутый. Выходите к Ваське, Ваське, Матаньске. Что стоите, как старушки, вот я дуванчики. Милый мой каменотёс, съели он-то ласковый. Он мне так ли привёз, лифчик белопластовый. Нынче мода отстаёт, вот у нас в Австралии. Очень моли в этот год, требова до Талии. Уж не знаю. Давай, 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 а купей прежнется. Давай, 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 а купей прежнется. Давай, 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 а купей прежнется. Давай, 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 а купей прежнется.
честь Высоцкого названы десятки улиц в разных городах мира. Современный небоскреб в Екатеринбурге, астероид, перевал и перевальное плато. Два сорта гладиолусов, каньон, ледник, одна из скал горы Качканар. Одна из пенежских карстовых пещер в Архангельской области, пассажирский теплоход, танкер, катера, большой пассажирский самолет. А сколько сыновей названо в честь поэта? Сегодня, спустя почти 35 лет после ухода, фильмы, стихи и песни Высоцкого не перестают тревожить, заставляют думать, сопереживать и жить в соответствии с моральными принципами его героев. И, возможно, сегодня это важнее всего. С днем рождения, Владимир Семенович! Ну давай, ребята! Где твои 17 лет? На большом карета! А где твои 17 лет? На большом карета! А где твой черный пистолет? На большом карета! А где тебя сегодня нет? На большом карета! Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот был жизнь не потерял. Не бывал еще бы. Где твои 17 лет? На большом карета. А где твои 17 лет? На большом карета. А где твой черный пистолет? На большом карета. А где тебя сегодня нет? На большом карета. Переименован он теперь. Стало все по новой там. Верни ты. И все же где ты ни был, где ты не бредешь. Где-то по каретному пройдешь, ты человек. Где твои 17 лет? На большом карета. А где твои 17 лет? На большом карета. А где твой черный пистолет? На большом карета. А где тебя сегодня нет? На большом карета. Давай все! На большом карета. А где твои 17 лет? На большом карета. А где твой черный пистолет? Где твои 17 лет?